В преддверии нового учебного года во Дворце культуры «Современник» состоялся муниципальный межведомственный августовский педагогический совет. Большое внимание уделили безопасности обучения и введению новых дисциплин. Другой наш цвет Ангарского городского округа. Это не лукавлю, а говорю с такой гордостью, потому что действительно вы все те люди, у которых образ жизни создавать будущее. Вкладывать все в наших деток, работа с родителями, с окружением детей. Вы знаете, какие сегодня задачи стоят у нас в воспитании? Я знаю, что вы идете не просто, скажем так, вровень со временем. Вы на полшага зачастую опережаете все те новации, все те изменения, которые нам через какое-то время приходят. Подробнее о педагогической конференции мы расскажем завтра в 19:30 в программе «Местное время». Не пропустите!